Кроме того, будет принят еще ряд мер, направленных на снижение рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. Так, работодатели отныне должны обеспечить измерение температуры тела своим сотрудникам на рабочих местах. В случае выявления повышенной температуры отправлять работников домой. Отчет держать придется перед Роспотребнадзором, который может затребовать информацию о всех контактах заболевшего. И если подтвердится у человека коронавирус, помещения, где он трудился, должны быть продезинфицированы. Тем, кто недавно отдыхал за рубежом и после поездки почувствовал недомогание с признаками простуды, рекомендовано вызывать врача на дом, а не идти в поликлинику. Для этого выездная амбулаторная служба будет усилена сотрудниками отделений профилактики.